Друзья, вы заглянули на канал «Обедаем дома» Светлана. И сейчас я сделаю небольшой обзор покупочек. Ходила в магазин за хлебушком. Итак, в чеке у меня буду говорить товар, называть по порядку по чеку. Два пакета для продуктов я купила по 15 тенге, 30 тенге. Когда-то были пакеты у нас бесплатные. Кошачий наполнитель 499 тенге. Бедрышки куриные фирмы «Кускус», килограмм 1899, у меня вес 0,980 на 1861 тенге. Суд «Родина», молоко «Родина», 405 тенге, жирность 3,2. Туз, соль, по-казахски говорю и по-русски, 68 тенге. Хурма, килограмм 1075, вес 0,640, стоимостью 688 тенге. АОС, моющее средство для посуды, 479 тенге. Лимон турецкий, килограмм 979. Мой лимон вытянул на 164 грамма, 161 тенге. Чистин санитарный, российское хорошее средство, мне нравится, 629 тенге. Творожки «Чудо» по 220 тенге. Два штуки 440 тенге. Сыр «Хохланд» 719 тенге. Приправа для лагмана 112 тенге. Ролтон «Кеспе» лапша 1,175 тенге. Чеснок сухой фирмы «Омега» по 107 тенге. 2 на 214 тенге. Феликс кошачий корм по 189 тенге. Две пачки. Приправы. Базилик сухой 88 тенге. Приправа паприка молотая 2 пакетика по 80 тенге. 160 тенге. Бульон магик. 10 овощей 375 тенге. Бульон Галина Бланки куриный 275 тенге. 1. Про баланс еще один корм кошачий влажный 189 тенге. Колбаска Черкизово сырого копчения. Богородская, очень вкусная колбаска, обожаю сырокопченые колбасы, 300 грамм вес батончика на сумму 1349 тенге. Яйца Казгеркус 3 десятка на сумму 1717 тенге. Нан хлеб Астана Халык 183 тенге булочка. Итого общий чек на сумму 11194 тенге. Если посчитать по курсу в рублях, эту сумму разделим на 5 и получится сумма в рублях. Кого интересует стоимость в своей валюте, можно перевести по курсу. Покупка небольшая, но сумма денежек и не маленькая. Всем всего доброго! Пока-пока!